В республике за последние сутки зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего пациентов с диагнозом COVID-19 – 1069. 1507 жителей республики остаются на самоизоляции под медицинским наблюдением. На амбулаторном лечении находится 930. 98 выздоровели, скончались 6 человек. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии республики полностью обеспечена тест-системами для диагностики COVID-19. Материалом для исследования лаборатории обеспечивает Федеральная служба Роспотребнадзора.